Всем добрый день! Вы на канале «Просто и полезно». Сегодня приготовим котлеты без добавки мяса. Но они получаются с хрустящей корочкой, и не подумаешь, что там нет мяса. Для этого необходимо овсяные хлопья залить горячей водой. Чуть постояли, и овсяные хлопья готовы. Лук. Картофель сырой натертый, перец черный, чеснок, соль. Выкладываем все в посуду одну. Соединяем и хорошо вымешиваем. Немножко добавим куркумы. Посолите, поперчите, попробуйте на вкус. Хорошо все перемешиваем. Обваливаем в муке и поджариваем котлетки. Кто любит овсяные хлопья, овсянку, готовьте. Такие котлетки. Столовой ложкой выкладываем на муку и формируем котлетку. Обмакиваем муку. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем наши котлеты. Поджариваем с одной стороны, переворачиваем на другую. Котлеты получаются с румяной корочкой и очень вкусные. Вкусные аппетитные котлеты с добавлением овсяных хлопьев готовы. Они поджаристые, румяные, очень вкусные. Готовьте такие котлеты. Овсяную крупу можно проварить, а можно дать ей возможность просто набухнуть, залив горячей водой. Мы прощаемся с вами. Заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии пишите. До новых встреч. Пока.